Приветствую вас, друзья! С вами Евгения Таро и сайт MagExpert.org, и вы на проекте «Карта дня». Сегодня у нас 25 августа 2015 года, и мы работаем в этом месяце с оракулом Таро Древнего Востока. На самом деле это 64 карты по 64 гексаграммам китайской книги перемен «Идзин». Я напомню, что для того, чтобы поучаствовать в этом проекте, вам нужно на сегодняшний день попросить совет у этого оракула, либо задать вопрос. Это может быть вопрос о том, сбудется ваше желание или нет, или же это может быть вопрос о богатстве, карьере, браке, рождении детей и учебе. Что ж, задавайте ваш вопрос, загадывайте ваше желание, просите совета и выбирайте карту. Выбрали? Тогда я переворачиваю выпавшие нам на сегодня карты. Первая карта – это карта Би, убранство, 22-я гексаграмма. Вторая карта – это карта Дзинь, восход, 35-я гексаграмма. Ну и третья карта – это карта Си Кань, повторная опасность, 29-я гексаграмма. Ну, насколько я помню, ни одна из выпавших сегодня нам карт ранее в этом месяце еще не выпадала. Это очень интересно. Ну, давайте я эти карты покажу вам поближе. Вот такая красивая карта убранства. 22-я Би. Вот такая карта Динь, восход, 35. И карта Сикань, повторная опасность, 29. Итак, я зачитываю значение 22-й гексаграммы, то есть для тех, кто выбрал первую карту. Данная гексаграмма благоприятна только для дел, имеющих отношение к театру. Ну, не только к театру. В современном мире, я думаю, вы понимаете, что речь идет и о кино, и о видео, о YouTube, например. То есть для видеоблогеров тоже хороший день, судя по всему. Ну, здорово, классно. Она означает, что вы скрываете свое подлинное лицо, и что окружающие вас люди тоже ведут себя не вполне искренне и честно. Ну, по большому счету, что наша жизнь? Театр, да, и люди все в нем актеры. Мы все играем, мы все не искренне друг с другом, так или иначе. Ну, просто в разной степени с разными людьми. Так что, в принципе, эта гексаграмма уместна не только для артистической деятельности. Любовные дела в данный момент довольно проблематичны. Возможны определенные успехи на поприще шоу-бизнеса. Вот, шоу-бизнес. Желание исполнится после некоторой задержки. Примите жизнь такой, какова она есть, и извлекайте из нее уроки. Ну вот замечательная последняя фраза, мне она очень нравится. Это нужно принимать свою жизнь такой, какая она есть, да? И если нам что-то в ней не очень нравится, нужно просто из нее извлекать уроки и не совершать в будущем эти ошибки. Ну давайте почитаем, что пишет Япченхай об этой гексаграмме. Гора и огонь, гуа красоты, культура, доброта и красота. Интерпретация. Честный и открытый человек. Вау! Совершенно противоположное значение тому, что мы только что читали. Но давайте читать дальше. Благоприятный знак. Эта гуа хорошо для людей, занимающихся декоративным искусством, дизайном интерьеров, а также литературным творчеством, писатели, ораторы. В других областях возможны лишь небольшие достижения. Ну, видите, а в классическом тексте речь идет о театре, о шоу-бизнесе. Ну, в общем, для людей искусство это гуа, благоприятно. Я бы так это обозначила. Если вы спрашивали о богатстве, вероятно. Если вы спрашивали о карьере, блестящее. Вы достигнете всего, чего пожелаете, в том числе высокого положения и славы. Ну, если вы заняты в шоу-бизнесе, радуйтесь, друзья. Да, вам круто повезет. Но даже если нет, все равно эта гексаграмма благоприятна для карьеры. Если вы спрашивали о браке, благоприятный брак. Если вы спрашивали об учебе, очень хорошие результаты. Ну а если спрашивали о рождении детей, то понятно уже по картинке, что у вас будет дочка. Итак, метафора к этой гексаграмме такова. Литературные успехи яркие, как солнце. Ароматный ветер поднимает океанские волны, чтобы дотянуться до неба. Даже скромные возможности или знания могут принести большой-большой успех. Крутая гексаграмма, мне она, честно говоря, как видеоблогеру очень-очень нравится, да-да. Так что я надеюсь, что если и вы
человек искусства, то выбрали именно эту карту. Ну а теперь давайте смотреть, что означает вторая карта. Вторая карта – это карта Дзинь или Восход, и это 35-я гексаграмма, и я зачитываю ее значение. Удача на подходе. Вас ждут уважение и признание, на которое вы по праву рассчитывали. В будущем вознаграждение будет еще выше. Положитесь на свою счастливую звезду и смело шагайте вперед. При этом пусть вас не печалит, что желание ваше исполнится лишь с некоторой задержкой. Вы неожиданно встретитесь с человеком, которого не видели уже очень-очень давно. Постарайтесь тратить немного. В дальнейшем такая экономность воздастся вам сторицей. Замечательная гексаграмма, согласитесь. Она сулит, во-первых, нам успех в будущем и предлагает нам смело шагать вперед, ничего не боясь. И даже если наши желания исполняются не сразу, не нужно отчаиваться, они обязательно исполнятся позже. Ну а также, может быть, нас обрадует встреча с кем-то, кого мы очень давно не видели. Ну а насчет того, что нужно экономить, мы уже, в принципе, по Идзин поняли, что это нужно делать всегда. Но экономить не в плохом смысле, да, а в хорошем. Я бы это даже назвала не экономией, а грамотным инвестированием. Итак, давайте посмотрим, что пишет об этой гексаграмме Япчинхай. Огонь и земля, гуа процветания. Солнце встает над землей. Интерпретация. Есть прогресс. Вы встретитесь со старшим наставником. Все чинно и благородно. Это указывает на появление пожилого человека, который поможет вам. Все неприятности растворятся, и вас ждет удача. Все ваши начинания будут успешными. Очень классная. Согласитесь, очень классная гексаграмма. Если вы спрашивали о богатстве, большого богатства не ожидается. Если вы спрашивали о карьере, очень успешная и плавная, есть признаки продвижения по карьерной лестнице. Если вы спрашивали о браке, брак удачный. Если спрашивали об учебе, есть прогресс, возможно достижение высоких результатов. А если вы спрашивали о рождении детей, то скорее всего у вас будет дочь. Метафора. Оказывайте покровительство и поддержку как можно большему числу людей. Честность в большом почете. Вас заваливают поздравлениями и деньгами. Вас ждут хорошие новости издалека. Ну и давайте смотреть третью карту. Третья карта, 29-я гексаграмма, Сикань, повторная опасность. Одна из четырех наихудших комбинаций. Ну, об этом можно было догадаться уже по названию карты. В настоящее время для вашей жизни характерны потери и поражения. Единственное, что вы можете сделать, это сократить до возможного минимума число ударов судьбы, ну, что тоже уже неплохо. Наберитесь терпения и ждите, пока богиня счастья вновь удостоит вас своего взгляда. Времени у вас много, займитесь научными изысканиями. Через 2, самое большое, через 5 месяцев положение начнет изменяться к лучшему, так что не переживайте, все будет хорошо. До тех пор храните спокойствие и не падайте духом. Вот это самое главное, наверное, да, не падать духом, не поддаваться этим обстоятельствам и верить в лучшее. А лучшее настанет обязательно. Это период, когда самоанализ и трезвая оценка положения гораздо важнее, чем отчаянная борьба с судьбой. Что я заметила, друзья, бороться с судьбой иной раз просто бесполезно. Иногда лучше смириться, настроиться на позитив, верить оптимистично в лучшее будущее, и это лучшее будущее обязательно настанет. А бороться и плыть против течения иногда еще хуже усугублять свое положение. Так что давайте прислушаемся к этим советам. И что пишет об этой гексаграмме уважаемый Япчинхай? Давайте почитаем. Гуа двойной воды. Мало проблем и сложностей. Интерпретация. За невзрачной внешностью скрывается внутренняя сила. Знак опасности и неприятностей. Остерегайтесь аварий, грабежа, надувательства и судебных разбирательств. Учитывайте то, что эта гексаграмма вам выпала всего лишь на один день. То есть масштабы ее невелики. Во избежание проблем будьте осторожны и не открывайте своего дела. То есть пока что открывать бизнес, да, какой-то проект затеивать, наверное, не стоит. Если вы спрашивали о богатстве, не ожидается, возможно, полное разорение. Остерегайтесь воров и людей, оговаривающих вас.
Если вы спрашивали о карьере, вы столкнетесь с трудностями, но продвижение все же ожидает вас в будущем. Если вы спрашивали о браке, брак неудачный, долго он не продержится. Если спрашивали об учебе, посредственные результаты. Ну а если спрашивали о ребенке, у вас будет сын. Метафора. Двойная вода предвещает несчастье. Его нельзя избежать. Вы можете двигаться дальше, если останетесь честными. Ваша вера не умрет. Ну вот такая 29-я гексаграмма, друзья. Что ж, мои дорогие, я надеюсь, что сегодняшние карты дали нам правильные советы, что мы сможем ими грамотно воспользоваться. А я с вами не прощаюсь, надеюсь, встретимся завтра на проекте «Карта дня». Жду ваших комментариев внизу к этому видео. Ну и, разумеется, ваших лайков, они меня вдохновляют. Ну а пока-пока, чао!